Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Никита Табаев, вы на канале магазина «Тульские гармони» от Павла Уханова, а в руках у меня свежее поступление новых гармошек в наш магазин. Это самая популярная модель «Тульская 301М», да еще и не в базовой комплектации, и с разными цветами. Мы к этому обязательно вернемся, пока давайте послушаем, как она звучит. Тональность гармошки до мажор. Плюсы этой тональности вы знаете. Под эту тональность можно и петь, под эту тональность можно учиться. По видеошколе Павла Уханова. Давайте пробежимся по опциям, которые есть в этой гармошке, которые отличают ее от базовой модели. Этот набор опций Павел Владимирович называет шутку джентльменским, потому что без него никуда. Здесь и регулировка левого ремня металлическим колесиком, здесь и мельхиоровые уголки, которые со временем не помутнеют, здесь перламутровые кнопки справа, перламутровые кнопки слева, деревянная горка в цвет корпуса. А вы посмотрите, какой здесь мех. Да ладно мех, вы посмотрите на оформление. Достаточно минималистичное. И на самом деле к нам в магазин очень часто обращаются люди, которые не хотят видеть прям много цветов на своей гармошке. Им хочется что-то вот простенькое. Как раз для таких людей есть вот такое вот оформление. Помимо этой синей гармошки в наличии имеется еще 8 разных цветов в этой же комплектации. А именно, гармонь желтая, зеленая, красная, голубая, черная. Есть еще 2 цвета, название которым мы не придумали. Вы их сейчас видите на экране и можете придумать название для них. Кстати, совсем недавно Владислав Шумкин записал видео сравнение гармошки голубого цвета данной комплектации с гармошкой базового исполнения. Переходите по ссылке, просвещайтесь, а я пока сыграю что-нибудь лирическое. Если вам понравилась данная гармонь, то смело звоните по номеру телефона, который указан сейчас на экране. Зимой мы уже заказывали партию таких гармошек и раскупили их достаточно быстро. Я надеюсь, всем желающим достанется по гармошке. А если не достанется, то вы можете заказать такую же гармошку через нас или внести какие-нибудь опции, которые вам, допустим, покажутся более рациональными. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, на наши социальные сети, на наш Telegram. Ну а с вами был Никита Табаев, и всего доброго!